Сейчас я расскажу о связочке Пионер Сотка, голова, свисток МК-808 на процессоре Rockchip 3066 и телефон Motorola XT912. Собственно, вот здесь у меня в бардачке живет сам свисток. Вот он запитан через DC-DC 5 вольт и HDMI выход. Собственно, он питается постоянно. Поворачиваем ключ и включаем зажигание. Стандартный warning пионера. Загрузилась голова. Пошел коннект к телефону. Первый пик. Раз. Подключение к телефону есть. Вот включился свисток. На фоне виден Power Amp. Можно послушать музычку. Собственно, вот работает навигация. GPS отдает из головы. В таком виде. Можно включить одновременно радио, послушать, смикшировать. Ну, здесь плохо ловит. Ну, вот такая вот идея. Можно уйти назад в голову. Выключаем зажигание. Музыка ставится на паузу. Возвращаем назад. Идет загрузка головы. Подключение. Собственно, вот телефон подцепился. Включился свисток. Могу показать, как выглядит интерфейс новой программы Arlan Chainit Reloaded. Собственно, подключение. Старт-стоп и возврат в меню головы. Меню настроек. Координаты получаем. Калибровка стандартная. 5 точек. 4 точки. Ну, в принципе, и все. Такая вот штука. Все автоматически, все работает, все красиво. Интернет по Wi-Fi раздается с телефона при включении громкой связи.